Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала. Вот настало время посеять нам черную редьку. Вот, друзья, для этого что нам надо? Семена. Вот. Один пакет черной редьки мне хватит, в общем-то. Потому что у меня до сих пор еще в погребе есть черная редька. Друзья, вот землю я, дедушка уже приготовил. Сейчас я ее обсыплю вот перед ноем. Два ведра приготовили. Хотя и так почва хорошая уж. И вот песок. Правда, пески что-то лазят вот у меня. Что? Правильно я делаю вот это? Это я не знаю. Первый раз вижу, чтобы муравьи рыжие попались. А вообще каждый раз я делаю, чтобы земля была пушинкой. Сверху вот насыплю. Друзья, ну сегодня какое число? 7-е? Обычно я сажаю 10 июня. Но есть этот разные сорта черной редьки. Есть сразу сажают мая. Есть вот поздний сорт. Это у меня зимний сорт уже. Поэтому без черной редьки тоже никак. Зимой она тоже очень полезная. Мы редьку продырявливаем и туда меду. И от кашля очень хорошо помогает. И вообще так вкусно для еды, друзья. Вот. Друзья, вот я вот песок. Какой уж. Вот такой песок. Сейчас я граблями. Друзья, кто-то скажет рано, кто-то скажет поздно. Но для позднего сорта это нормально. Для, ну, для зимней редьки, как скажем так. Поэтому у всех погода разная. Вот сегодня. У нас вообще дождей не бывает. Поэтому сегодня вроде и тучи ходят, а дождей нету. Так. Вот мне внук снимает. Так. Сейчас вот. Такой вот. Это уже сколько лет лежит. Вот на такие случаи мне прям хороший перегной. Сейчас мы все сделаем красиво. Вот так все смешается. Друзья, когда вот начнутся этот черный машкара, их тоже бывает усыпано. Вовремя надо обработать. Я обрабатываю от капусты препаратом. На 10 литров там одна таблетка. Вот, сейчас. Так, друзья. Вот, друзья. У меня нет уж грядки, у меня все грядки уж такие, без бортов, без досточек тут. На мой огород не хватит ни денег, ни бортов. И вообще я не люблю вот это все лишнее. Это очень красиво, я не спорю. Я не умею вот это все делать. Дедушка уже, дедушка. Детей, когда надо, их нету. У них своя жизнь. Все работают, все заняты, они и так помогают мне, вот иду. Поэтому грядками я их не заморачиваю, друзья. Так. Дань, ты все снимаешь, да? Такое расстояние. Так. Вот, друзья, вот такие ямочки сделаю, и туда надо по одной или по две уж семена положить, потому что черную редьку охота вырастить побольше. Маленькая она, если уж густо делать, она маленькие вырастут, а мне хочется большие редьки, чтобы можно было зимой углубление делать, меду туда положить. Да и вообще удобно натереть рестерку с майонезом, со сметаной. Очень люблю. Вот. Друзья, если ямка вот она глубокая, не надо глубокую, надо чуть-чуть засыпать, чтобы семена не похоронить. Так. Ну, по две уж. Ну, две по три уж, бог с ним. Ну, если вот это мне нормально вырастить, это хватит, друзья. Не надо мне три пачки. Я и свеклу посадила две пачки, уж маленький участок. Наверное, чуть больше этого. Может, такой же участок. Ну, надо свеклу кушать. Ну, свеклу не хотим всегда кушать уж. Я лично. Так. И полностью так. Итак, друзья, вот всю грядку обсыпала я золой. Это своего рода удобрение, друзья. В этом видео я хотела вам напомнить, чтобы вы не забыли посеять черную редьку. Друзья, если была полезна это видео, этот ролик, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!